Это самые блестящие, которые у меня были пакетики. Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале. Сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризов. И у меня есть новиночка. Это называется розовая тема. Я специально сейчас включила вспышку на телефоне, чтобы вы посмотрели на эти все блестки. Это просто... Они все с блестками. Давайте посмотрим поближе пакетики. Первый пакетик — это вот такая вот кошечка. Далее это вот такой вот Патрик, он вообще самый блестящий у меня. Вот такой вот пакетик с пистолетом. Сердечко. Смайлики тоже такие блестящие. Тут вишенки, как у меня на ногтях. Тут просто розовая тема. И вот такой вот еще пакетик. Просто это самые блестящие, которые у меня были пакетики. Итак, давайте выберем же пакетик отсюда. Я хочу взять вот этот пакетик некрасивый, который без блесток вообще, чтобы избавиться от него. Поэтому возьмем этот пакетик мы. Далее наша прошлая новиночка. Меня вроде бы как-то просили взять вот такой вот пакетик с собачкой. Тут написано: «Осторожно, злая собака, а цепь китайская». Головоломка 2. Смотрите, осталось 2 пакетика. Мы с вами закончим уже завтра. Завтра тоже выйдет видео. И давайте возьмем вот этот пакетик. Надувные круги. Тут немного отклеился у попкорна. Давайте его и возьмем. Макдональдс. Давайте возьмем вот этот. Кроссовки по знаку зодиака. Так, какой же мы возьмем сегодня? Давайте вот этот. Деньги. Так, давайте с вами возьмем копилочку. Свинюшку такую. И мы с вами заканчиваем еще 3 коллекции. Это идеи для бумажных сюрпризов, стикеры банан и Among Us. Так, открываем каталог на коллекции идей для бумажных сюрпризов. И нам попадется что-то на эту страницу. Но, если вы помните, у меня еще вот тут сюрпризик лежит без номера. Я не знаю, почему и как я так сделала. В общем, сейчас посмотрим, под каким номером он. Первая идейка — это сделать вот таких страшных персонажей. Я их делала как-то. О, а вторая идея — это сделать вот такие вот пенальчики. Так. Под номером 22, все правильно. Тогда куда же нам девать вот это? Давайте подумаем, куда бы его поместить. Я даже вообще не знаю, тут вообще места нету. Я не знаю, почему мне так получилось, что одна лишняя наклейка, что ли. Ну, давайте приклеим вот сюда, к пакетикам нашим. Вот так вот будет. Все, с этим разобрались. Посмотрите, сколько здесь много идей для того, чтобы сделать бумажных сюрпризов. Тут 50 идей. Вот такие вот. Можете абсолютно все брать.
просто огромное количество идей. И вот такая вот последняя страничка. Тут тоже с блестками. Идем дальше. У нас коллекция. Это головоломка. В прошлом видео кто нам попался? Нам попалась ностальгия. Бабушка ностальгия нам попалась в прошлом видео. Так. А сегодня нам попадается страх. Вот такой вот страх. Под номером 4. И мы с вами закончили уже вторую страничку. Тут страх, тревожность и хандра. Ой, тут номер виден. Ну ладно. Так, мы еще с вами третью страничку закончили. Прикольно. И сегодня мы с вами закончим еще стикеры бананы. Так, давайте бананчика приклеим нашего. Вот сюда вот. Вот такой нам стикер попался. Я, правда, не понимаю, что это за эмоция, но недопонимание какое-то. И давайте рассмотрим полностью нашу коллекцию. Вот такие вот стикеры. И вот такие вот. Все, мы завершили эту коллекцию. И еще завершим коллекцию Among Us. Очень много коллекций мы сегодня заканчиваем. В прошлом видео нам Микки Маус попался. Открываем с Йодой. А тут нам попадается Among Us, как My Melody, вроде бы ее зовут, да? С цветочком на голове, который... Она идет на прозрачную пленку. И вот такая вот коллекция у нас получилась. Так, дальше у нас коллекция. Это кроссовки по знаку зодиака. В прошлом видео нам попался Овен, если я не ошибаюсь. Так, а где он? А вот он, с Hello Kitty нам попалась. Так, тут такая открывашка. И под номером 12 последний знак. Ой, перескочила. Это Скорпион. Мы с вами уже последнюю страничку закончим. И это вот такие вот кроссовки по мультфильму «Король Лев». Вот такие вот прикольные. Это Скорпионом посвящается. Вот такие вот прикольные кроссовки. Так, надувные круги. В прошлом видео нам арбузик попался. Так, тут под номером 2.
И мы с вами первую страничку заканчиваем. Это вот такой надувной круг в виде радуги. Вот так вот. Наши Мани самая лучшая коллекция вообще в мире. Так, в прошлом видео нам попался Том из мультфильма Том и Джерри. Так, смотрим. А сегодня нам попадается вот такая вот собачка. Это не из мультфильма, а просто собачка. Под номером 7. Такая вот прикольная собачка. Так, Макдональдс, наша последняя коллекция в этом каталоге. И нам попадается под номером 1 на ячейку. И это вот такие вот наггетсы. Я бы сейчас, конечно, не отказалась от них. Вот так вот. Ну и переходим к нашему новому каталогу. Вот. Первая тут коллекция таблички на дверь. Нам уже попалась вот такая вот табличка. А, самая красивая табличка нам попалась. Это в виде сердца. И замок, что закрыто, нельзя входить. Так, под номером то ли 5, то ли 3. Но мне кажется, 5, потому что розовые. Вот такая вот красивая у нас табличка. Ну и переходим к нашей новиночке. Та-дам! Просто мне эта страница так нравится. Тут еще прозрачная пленка в розовом цвете с сердечками. Как-то в Телеграм показывала свои блестки, что хлопушки розовые и розовые сердечки просто потрясающе сочетаются. И вот они, посмотрите, какая красота. Но без косяков, конечно же, не обошлось. Вот видите, вот эти вот. Но ничего страшного, она закроется. Просто когда рисуешь прям полностью квадратный, без остановки, у тебя уже глаза устают, и ты путаешься, где следующий квадрат нужно раскрашивать. Так, открываем наш первый пакетик. Здесь открывашка на скотче. Кстати, я клей не использовала. И нам попалось, так, под номером 3, как раз, чтобы закрыть наши недочеты все, пирожное такое, розовое пирожное, прикольное, я бы тоже не отказалась бы съесть его. Так, как бы так поместить, чтобы все поместилось? Ну, вот так вот. Ну, это прям супер-пупер коллекция. Она мне прям понравилась, учитывая, что я не люблю розовый цвет. Я больше темный люблю цвет, чем розовый. Но, несмотря на это, прям здесь будет очень все красиво. Очень все красиво. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всех люблю, обнимаю и всем пока.